11 июля председатель правления мусульман Кавказа шейхуль-Ислам Алашухюр Пашазаде дал своей резиденции ифтар по случаю священного месяца Рамазан. В церемонии ифтара принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы, связанной с месяцем Рамазан. هو الله الذي لا إله إلا هو. Председатель управления мусульман Кавказа шейхуль-Ислам Алашукюр Пашазаде в своем выступлении на церемонии выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву за участие в ифтаре по случаю благословенного месяца Рамазан, когда был ниспослан священный Коран. Он подчеркнул, что это служит проявлением почтения к исламской религии и высокой оценки наших национально-духовных ценностей. Шейхуль-Ислам отметил, что господство стабильности, развитие единства, свободы совести и толерантности в Азербайджане является результатом мудрой политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и которую успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Подчеркнув укрепление международного имиджа нашей страны, шейхуль-Ислам сказал, что международное сообщество также признает стремительное социально-экономическое развитие и образцовую толерантность в республике. Отметив, что состоявшиеся недавно в нашей стране первые европейские игры прошли на высоком уровне, шейхуль-Ислам Алашукюр Пашазаде также подчеркнул особые заслуги президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в сохранении и укреплении национально-духовных ценностей в Азербайджане. Он назвал ее слова «Да хранит нас Всевышний» на церемонии открытия первых европейских игр торжеством нравственности. Руководитель Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александр подчеркнул, что господствующие в Азербайджане толерантность, образцовый мультикультурализм высоко оцениваются на международном уровне. Он также отметил прекрасную организацию первых европейских игр. Председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев сказал, что межрелигиозный диалог и межнациональные отношения в нашей стране находятся на высоком уровне. Он отметил, что евреи радуются всем победам Азербайджана, считают Азербайджан родным для себя и гордятся его успехами. Выступивший на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев передал поздравления по случаю священного месяца Рамазан, пожелал нашему народу мира и счастья. Назвав ставшую прекрасной традицией ежегодную церемонию ифтара проявлением религиозно-государственных отношений в нашей стране, глава государства отметил, что эта политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, еще более укрепляет устои нашей независимости. В Азербайджане проводится продуманная политика, есть прочное единство между народом и властью, и это наш успех, сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что лишь в период независимости наша страна добилась всех успехов. Коснувшись значений проводимых в Азербайджане в последние годы форумов, связанных с межрелигиозными отношениями и мультикультурализмом, глава государства подчеркнул, что атмосфера толерантности в нашей стране стала образом жизни. Отметив, что в последнее время в некоторых странах происходит противостояние, войны, столкновения на национальной и религиозной почве, президент Ильхам Алиев сказал, что все это не отражается на Азербайджане. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан является светским государством, состоявшиеся в нашей стране первые в истории европейские игры прошли на высоком уровне. «Мы являемся независимой страной, и судьба азербайджанского народа находится в его руках», — сказал президент Ильхам Алиев, заявив, что национально-духовные ценности для нашего народа превыше всего. Коснувшись значения воспитания нашей молодежи в этом духе, глава государства отметил важность предохранения молодежи от сторонних влияний. Подчеркнув, что в ходе первых европейских игр более 20 тысяч представителей азербайджанской молодежи, добровольно работая днем и ночью, оправдали оказанное им доверие. Президент Ильхам Алиев сообщил, что мы же выражены благодарность от его имени и от имени председателя Организационного комитета первых европейских игр Баку-2015 Мехрибан Алиевой. «Будущее Азербайджана блестящее, и никакая сила не сможет повлиять на наши успехи», — сказал президент Ильхам Алиев. Он вновь поздравил мусульман мира и наш народ с наступающим праздником Рамазан. В заключение шейхуль-Ислам Алашукюр Пашазаде еще раз поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокую оценку наших национально-духовных ценностей. Затем был дан ифтар.